Информационный час на канале «Россия-24» продолжает программу «Напрямую». И сегодня у меня в гостях генеральный директор ОАО «Татмедиа» Фарид Шагиахметов. Добрый вечер, Фарид Илюсович. Добрый вечер, Артём. И сегодня я предлагаю поговорить об организации медийного пространства в республике. И, собственно, связано с чем приглашение вас в студию. Вы недавно были назначены генеральным директором как раз именно ОАО «Татмедиа», а до этого занимали пост первого заместителя республиканского агентства. Вот немногим зрителям нашим, на самом деле, понятно, в чем разница между республиканским агентством и ОАО. Расскажите, пожалуйста. Республиканское агентство, оно является органом исполнительной власти Республики Татарстан и главным распределителем бюджетных средств по отрасли СМИ. То есть в законном бюджете Республики Татарстан предусматривается поддержка средств массовой информации, и вот как раз главным распределителем является республиканское агентство. Ну, скажем так, Министерство печати. Просто народе, чтобы по нему понятнее было. Это управляющая компания? Нет, это именно орган исполнительной власти. А открытое акционерное общество – это, скажем так, хозяйствующий субъект, медиахолдинг крупный, который объединил в себя бывшие муниципальные и государственные средства массовой информации. То есть были различные формы – это муниципальные и унитарные предприятия, муниципальные учреждения, государственные учреждения. Там было порядка, наверное, 15 различных наименований. И вот в 2006 году они были объединены в один единый холдинг. И с 2007 года уже работают в рыночных условиях по 94-му закону и, соответственно, выигрывают государственные контракты, государственные заказы, подписывают государственные контракты. То есть того прямого субсидирования, которое было предусмотрено предыдущей системой, его нет. То есть вся финансовая поддержка государственных средств массовой информации, которая была сделана, она переведена в форму государственных контрактов на конкурсной основе в соответствии с, ну, с действующим законодательством. Как раз вот конкурсы объявляет республиканское агентство, а участвует в этих торгах, конкурсах, тендерах акционерное общество. Угу. Ведь реально холдинг огромный, «Татмедиа», да? Сколько всего сейчас? Ну, холдинг объединяет 88 филиалов, 133 средств массовой информации. 133. Из них телеканалов, радиостанций? Ну, 27 примерно городских телерадиокомпаний, значит, там 68 газет, информационное агентство, электронные газеты, полиграфическое предприятие «Дель Пресс». То есть, ну, включая в себя полностью весь мультимедийный комплекс, тот, который, ну, должен работать на медийном поле. Угу. А с чем связан вот ваш переход из республиканского агентства именно в ОАО? То есть, насколько я понимаю, в агентстве вы курировали довольно серьезные такие вопросы, типа там медийного, организации медийного сопровождения универсиады, там раз такие мощные масштабные проекты здесь. Ну, я работал первым замом практически с основания самого агентства, там уже более 10 лет. На самом деле выполнял не только медийное сопровождение университета, но и всех крупных мероприятий, какие проходят на нашей республике. Мне поступило предложение, буквально там за два дня было согласовано мое назначение, и мне представили, буквально там через три дня там как бы поступило предложение. Ну, я его принял достойно, нормально, так как должно быть, наверное. Сейчас вот уже вторую неделю вхожу, принимаю дела. Хожу в курс дела, хотя там, ну, наверное, не так много нового для меня, потому что и у стоков самого ОАО «Татмедиа» тоже стоял, то есть как бы мне понятный функционал, назначение этого холдинга, там, чем нужно заниматься, поэтому вот я оперативно хожу в курс дела. Медийное сопровождение универсиады, мне бы хотелось, на самом деле, на этом немножко подробнее остановиться. Огромная работа, на самом деле, проведена. Это стоило только зайти в медиа-центр, чтобы понять вообще масштабы всей этой работы. Что больше всего запомнилось вот, в организации? Может, какие-то забавные моменты вспомнить? Может, какие-то серьезные проблемы, которые удалось решить или не удалось решить? Ну, надо сказать, это в моей практике это второй такой крупный проект. Я был руководителем главного медиа-центра «Тысячелетие города Казани». Тогда, конечно, это было впервые, и не настолько слаженные команды были в республике, в городе Казани. Конечно, там все так было впервые, вновь. Здесь команды уже были сформированы, они уже опробированы на крупных, не только там всероссийских, а международных мероприятиях. Поэтому достаточно много профессиональных квалифицированных людей было, было проще это сделать. Плюс ко всему была огромная большая поддержка, работа проделанная за много лет до начала универсиады со стороны дирекции универсиады. Там тоже большой был департамент медиа, который тоже принял огромное большое участие в подготовке и проведении медиасопровождения универсиады. Что больше всего запомнилось все-таки? Запомнил, что такой вот картинки, да, которые показали на универсиаде, не было вообще на самом деле никогда, ну, вот в нашей истории там, да, и то, что как сработал IBC, International Broadcasting, это, ну, просто... Контрагент, да? Ну, это оно спортивное вещание,
Кикнадзе и его команда, это впервые были закуплены там 12 передвижных телевизионных станций. Со всех городов нашей страны были съехали команды, которые практически не работали все вместе. Да, и провести с 15 объектов прямые трансляции, конечно, это было просто фантастика. И все ПТСки были в ходе финишного качестве, такого вот, реально такого я не видел. А что-нибудь масштаба. После универсиады осталось в Казани из этого волшебного оборудования? У нас появился филиал, оно спортивное вещание, 24-камерный ПТС вместе с своим коллективом, и на этом такое, скажем так, наследие универсиады с точки зрения телевизионной картинки. Вокруг государственных СМИ существует так или иначе некий негативный фон, связанный с тем, что не сильно популярны средства массовой информации, живут на бюджетные деньги и, соответственно, не выполняют той миссии, которую они должны выполнять. Хотя, собственно, понятие миссии СМИ, оно очень может быть разное и спорное вообще это понятие, что такое миссия СМИ, какую они должны миссию выполнять. А какие сейчас главные проблемы, на ваш взгляд, у государственных средств массовой информации? Я бы, наверное, не на проблемах остановился, а на тех вот миссиях, наверное, которые должны быть. Да? То есть, что такое государственные СМИ? Сейчас в сегодняшнем понимании оно такого не существует. То есть, в Республике Татарстан две газеты, Республика Татарстан и Татарстан, учредителем которых выступает Государственный совет Республики и правительство Республики Татарстан. Все, больше учредителем, которые выступают государственные органы власти, либо муниципалитеты, их просто нет. Они объединены сейчас в единый холдинг. Да, является единственный акционер, это Республика в лице Министерства земельных и имущественных отношений. Но все остальное работает абсолютно в рыночных условиях. И сказать, что там те какие-то колоссальные деньги, которые все время там муссируют, что там миллиард рублей, там тратится на ОАО. Да. На самом деле, само от отмене получает 566 миллионов рублей. Это субсидии, те, которые в форме госконтрактов заходят. Это за 2013 год? Они были за 2011-2013, они не индексируются эту сумму уже там на протяжении последних 5 лет. И, скажем так, при общем бюджете от этого акционерного общества в 1 200 000 000 рублей, то есть это составляет чуть меньше половины. То есть все остальное холдинг зарабатывает сам на самом деле. Форма государственного контракта, который заключает открытое акционерное общество на поддержку общественно-политических изданий, на поддержку социально значимых проектов, это и детские, юношеские, и литературные, и издания для женщин. Да? То есть это те социальные проекты, которые априори не имеют коммерческой составляющей. Да? Но они имеют социально значимую направленность. И государство, оно просто обязано для развития нормального общества, социума, поддерживать социально значимые проекты и общественно-политические издания для того, чтобы информировать население о том, что делает власть. Это обязанность любой власти, любого уровня. Говорить о поддержке много это или мало, я все время привожу пример, то есть сколько государства, то или иное, причем развитое, будь это Франция, Германия, Нидерланды, там, Великобритания, тратит на поддержку средств массовой информации. Они, я вас уверяю, в разы больше, чем в Российской Федерации, тем более у нас в республике. В разы. Но там существует в виде грантовой системы? По-разному. Они могут быть преференции в виде налоговых послаблений, могут быть в виде грантов. То есть бюджет любого медиахолдинга, любого медиа в развитой стране, оно формируется из трех составляющих. То есть это, естественно, доходы там, либо от реализации печатной прессы, там, да, от подписки. Доходы от рекламы и доходы те, которые они получают по гранту, по той или иной тематике. Да? То есть они, может быть, общественно-политическое, может быть, там, экологическое направление, медицинское, разное. Но получают грант от государства на то, чтобы реализовать социально значимый проект. Это абсолютно мировая общепринятая практика. В республике, в данном случае является, скажем так, холдинг Аутатмеди, который наиболее, наверное, был подготовлен к этому и имеет больше традиций. В принципе, все конкурсы, которые республиканское агентство объявляют, участвовать могут абсолютно все. Это прозрачная, открытая форма. Поэтому есть шанс выиграть? Если бы подготовлена, скажем так, конкурсная заявка для того, чтобы она действительно учесть все те требования, которые в техническом задании прописаны, то, конечно, да. И прецедентов не было? Были, почему? Много получают. И не государственные средства массовой информации, выигранных конкурсов, государственных контрактов, они все на порталах ГЗРТ все есть. Одно местное агентство очень любит муссировать эту тему падения тиражей, интернет-агентство, подчеркну, тему падения тиражей, причем упирает на падение тиражей именно государственных изданий, да, или изданий, которые относятся к Уатат-Меди.
С другой стороны, у меня есть другая совершенно информация, что и тиражи отдельных изданий наоборот растут. Вот. Но тем не менее, такая тенденция, она общемировая, не только российская. Да? Вот, как вы думаете, вообще, какие перспективы печатных изданий? Вообще, в принципе, наверное, не будем брать по России, но вот, в частности, в Республике Татарстан, где существует такая организованная, достаточно серьезная поддержка. В принципе, мы печатные издания есть шанс сохранить? Не только сохранить, и развивать печатные средства массовой информации. Надо сказать, что помимо республиканских печатных СМИ, есть еще большое количество районных и городских газет, которые выходят на территориях, там, где, они являются в некотором случае единственным средством массовой информации, которое работает на данной территории. То есть интернет не способен их заменить в перспективе? То есть интернет везде проник? Любая редакция на сегодняшний день, будь это редакция газеты, то есть помимо своего принта, печатная форма издания, оно, безусловно, имеет свой электронный портал, то есть присутствует в интернете, присутствует все, в социальных сетях. И без этого просто сегодня представить единый ньюсрум любой редакции просто невозможно. Я вчера буквально был в командировке в Лениногорске, в Альметьевске, встречался с коллективами редакции как раз этих городов. То есть там четко распланировано, кто где выкладывает новости, как их продвигает. И там, то есть продвижение в соцсетях, при этом удивлении было поставлено очень серьезная вещь. Например, там в том же самом Альметьевске газета «Знамя труда» имеет именно в своей группе 4000 пользователей. То есть это, в принципе, уже монетизация, 1015 в месяц они спокойно уже могут зарабатывать на этом. То есть поэтому они двигаются нормально, абсолютно. То есть нельзя сказать, что районная газета – это только вот тот боевой листок, который в представлении многих остался. Это нормально, современные издания, они все приведены к единому формату, печатаются на офсетных машинах, имеют очень привлекательный, достойный вид. Плюс ко всему еще имеет свои электронные версии. Я был удивлен, кстати, когда узнал насчет падения тиражей, прокомментирую, как у журнала «Сюмбике», у журнала для женщин, реальный подписной тираж около 9000 экземпляров по республике. Это реально? Это реальные подписчики тиража. Но надо сказать, что проблемы с подпиской сейчас в республике начинали появляться, потому что до этого в республике никогда не было. Мы все время занимали первое, второе место по Российской Федерации по подписным тиражам. Это было в порядке 484 на 1000 населения экземпляров по подписке. Сегодня, к сожалению, Почта России очень сильно сдала свои позиции, буквально с моей вчерашней поездки. Есть поселения, сельские, в которых вообще нет ни одного почтальона. Есть поселения, в которых при норме 12 почтальонов работают только двое. Есть абсолютно закрытые почтовые отделения. Конечно, это приводит к тому, что тиражи проседают, падают, но сказать, что оно такое какое-то колоссальное, катастрофическое падение тиражей печатных СМИ, я не могу. То есть оно есть, оно колеблется, но не настолько, чтобы сказать, что все, умерла печатная пресса, это неправда. Угу. Хорошо, печатная пресса. Что касается телевидения, про третий мультиплекс очень много ходило разных домыслов, и в СМИ государственных, и негосударственных писали о том, что при переводе на цифровое вещание, что региональные телеканалы отходят на второй план, умирают и прочее. Вот как с этим обстоит сейчас дело? Угрозу чуть не буквально, тут была угроза. Буквально вчера в 12 часов в Лениногорске было запущено цифровое эфирное телевещание на РТПЦ города Лениногорска. Первый мультиплекс был запущен где-то, наверное, до конца года. В первой декаде, может быть, января будет второй мультиплекс запущен. Что касается третьего мультиплекса, по нему понимания пока до сих пор еще нет. Есть, неофициальные предположения Министерства связи и массовой коммуникации Российской Федерации о том, что третий мультиплекс пойдет 7 федеральных каналов, таких развлекательных уже на коммерческой основе, и 3 региональных. Из них 2 на конкурсной основе могут выйти. 2 региональных канала, и третий это будет канал ВГТРК, то есть местный, тоже с круглосуточным вещанием. Что касается местных каналов, таких как, допустим, Казанский, Челнинский, Нижнекамский, Лениногорский, Альметьевский, у них, конечно, большие проблемы возникают. То есть по закону Российской Федерации 1 июля 2018 года по всей территории Российской Федерации аналоговое вещание будет отключено. Но по федеральной целевой программе, в рамках которой проходит цифровизация телевидения в России, территория, регион, на которой 95% возможен технический прием цифрового эфирного телевещания, также прекращается аналоговое вещание. Перспектива для Казани, для Татарстана на сегодняшний день, она, 14-15 год. То есть на сегодняшний день из 133 необходимых вышек ретрансляторов
ну, для РТРС, построено 8,7. Это, ну, порядка 76%. То есть, ну, до марта месяца, я так предположил, то есть, порядка там финансирования, я разговаривал с руководителем нашего РТПЦ, с Якимом Владимиром Николаевичем, он говорит, что им выделили средства, и до, ну, скажем так, ну, теоретически до марта месяца они могут достроить еще там 54 вышки и закроют 95%. 95%. То есть, практически в 2014, ну, там, в 2015 году республика может отключить аналоговое телевидение. То есть, естественно, тогда это уже не будет там ни там, ТНВ, ни эфира, ни ТРК Казань, ни ЧЛ ТВ, ни НТР, ничего этого уже не будет. И республика останется только на, скажем так, федеральных телевизионных каналах, что на самом деле, ну, неприемлемо и для зрителя, там, да, для нашей территории. То есть, ну, действительно, остаться без места каналов не страшно. Поэтому пути какие? Значит, либо в третьем мультиплексе делать все-таки асинхронные частоты, то есть с разрывом по территориям. То есть, ну, на сегодняшний день просто все два мультиплекса первых, они, ну, на синхронных частотах работают, то есть покрывают всю республику. То есть для того, чтобы разорвать образно Челнинскую зону, там, Лениногорскую, Альметьевскую, Казанскую, там, для того, чтобы вещать вот так же, как вещает аналоговое вещание сегодня, необходимы быть асинхронные частоты и проведение конкурсных процедур для того, чтобы, ну, выиграли местный канал. Это достаточно серьезная, длительная процедура, занимающая там, ну, от полутора до двух лет. На сегодняшний день федеральная конкурсная комиссия таких процедур не объявила. Ни один республиканский канал, там городской, не может заявиться только потому, что нет конкурсных процедур. Поэтому перспективы такие очень, ну, туманные. Ну, они даже не туманные, они немножко так опасные, скажем так. Что республика может остаться без места канала. Я об этом всегда говорил на различных совещаниях, которые Министерство связи нашей республики проводило. То есть, как бы, то есть с точки зрения присутствия местного контента, конечно, вот, цифровое телевидение, оно немножко не во благо. Но опять-таки это же только техническая возможность. Да? То есть на сегодня помимо цифрового эфирного телевещания развивается кабель вещания, есть IP-TV. Там, да? То есть, как бы, многие другие формы. Но по практике европейских стран, где цифровизация уже прошла давно, то есть даже те города, в которых присутствует кабельное телевидение, ну, платные, скажем, там, с абонентской платой в 30 евро в месяц, приход цифрового эфирного телевещания, плюс ко всему тоже платного, там, ну, уже 15 евро, то есть в половину дешевле, то есть люди переходят с кабельного телевидения на эфирное цифровое вещание. У нас в России цифровое эфирное вещание будет бесплатно. То есть если на сегодняшний день два мультиплекса, 20 каналов, третий это еще, это уже будет 30 каналов, появится четвертый, пятый, это будет 50 каналов, бесплатно, в шикарном качестве, конечно, ну, люди начнут переходить, то есть там с абонентских плат на, ну, бесплатно, ну, просто на простую антенну принимаешь 50 каналов, ну, бесплатно, да, в хорошем качестве. Поэтому здесь наша задача в том числе поучаствовать в том процессе, чтобы сохранить наши местные каналы, в том числе и в цифровом эфирном телевещании. Мы эту работу ведем. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, телефон студии 554-3090. Звоните, пожалуйста, и задавайте свои вопросы Фариду Шигьяхметову, генеральному директору ОАО «Татмедиа». Давайте от технических вопросов перейдем к вопросам творческим. Одно из главных, на мой взгляд, взгляд человека, который давно работает в медийной сфере, одной из главных проблем является проблема качественной подготовки журналистов сейчас. Вот. И последние вот эти события в Казанском федеральном университете, разделение института и возврат, да, в лоно там, журналистской кафедры отдельной, хорошо это или плохо, на самом деле понять никто не может. И отразится ли это как-нибудь на качестве подготовки журналистов? Ну, на самом деле, там действительно сейчас проходят различные перипетии. Там институт массовой коммуникации назван. Сейчас они хотят разделиться на социологию, филологию, там, журналистику. Различные направления, пока до сих пор это все не утряслось. Я думаю, что, наверное, не лучшим образом это сказывается на подготовку, скажем так, будущих журналистов. Да, то есть для студентов вот сегодня эти колебания, это, по моему пониманию, очень, ну, сложны, наверное, да. Но плюс ко всему, скажем так, факультет журналистики, наверное, должен давать какие-то, ну, базовые вещи, там, первые два курса. Ну, с третьего курса точно журналист должен уже работать где-то в редакциях, то есть именно через практические, там, скажем, формы получать, вот, ну, осваивать профессию. Потому что, ну, 5 лет там учить только теории, там, без практики, да, без прохождения, без получения редакционных заданий, там, да, и, ну, опробировать их в жизнь. Плюс ко всему, настолько динамично меняется сама вот технология, там, да, сбора, подачи материала, то есть транспорта контента, да, на сегодняшний день. Ну, это не то, что там
через год, там, это через месяц, там, да, через полгодие там, меняется форма там, да, работы. Сейчас подходы. Востребована мультимедийная журналистика. Ну, мультимедийная, она уже не то, что востребована, она уже внедрена и применяется. Назрела просто. Нет, она уже применяется, не то, что назрела, она работает. Она применяется, но, к сожалению, на рынке не найдешь. Готовых журналистских корреспондентов, конечно, действительно очень сложно. Плюс ко всему, вот, появляющиеся какие-то новые медийные проекты, они, конечно, начинают где-то перемещать уже готовых людей там, да, там, с различных редакций. Там это тоже присутствует на рынке кадров, я имею в виду, в Казани, в республике. Очень сложно. Поэтому, конечно, потребность в качественных журналистах есть. Сама форма подготовки, конечно, с моей точки зрения, в Федеральном университете у нас сегодня также не найдена. И приходится, скажем так, брать наиболее обучаемых, наверное, даже не готовых, а обучаемых студентов, там, выпускников, для того, чтобы их в редакциях уже переучивать, готовить, да, для того, чтобы работать. Надо школу молодого журналиста возрождать. Школа молодого журналиста, она есть, она не умирала, там, она в разных формах в той или иной там присутствовала, мы ее проводили. Другое дело, что были предложения наши, в том числе, о том, чтобы людей, уже имеющих там образование, там, не знаю, педагога, филолога, там, да, можно было там, не знаю, там, по, наверное, там, на магистра, там, турнус, там, в Федеральном университете переучить, то есть уже под современные вещи, под журналистику. Мы готовы к такому сотрудничеству, с таким предложением мы выйдем, в том числе, тогда, когда все устаканится. У нас совсем не осталось времени, хочется пожелать вам на новом старом поприще успехов, удач и, собственно, удачи нам всем. Спасибо. Спасибо.